В Новосибирске студенты восстановили раритетный самолет времен Великой Отечественной войны. Штурмовик Л-10, учащийся технического колледжа имени Покрышкина, воссоздали из одного крыла и половины фюзеляжа. Обломки привезли 1,5 года назад из Казахстана. Л-10 сегодня настолько редкая машина, что не осталось даже чертежей. Их пришлось чертить заново. В учебном заведении уверены, самолет сделан максимально точно. Все детали тщательно скопированы с оригинальной машины. Кстати, это уже второй самолет, собранный студентами 2 года назад. Также из фрагментов сделали легендарный Як-9.